Всем привет, с вами Саргас. Сегодня я хочу рассказать вам о том, как можно успокоиться с помощью медитации. Прежде чем мы начнем, я хотел бы напомнить, что являюсь основателем и руководителем школы практической светлой магии. Если вы хотите большего, если вы хотите научиться полноценным магическим воздействиям на себя, на свое тело и на окружающую действительность, то переходите по ссылке в описании к видео и оставляйте заявку на моем сайте maxargas.com. А мы начинаем. Для начала вам, как обычно, нужно найти тихое и уютное место, где вас никто не будет беспокоить в процессе медитации. Вам нужно убедиться, что в комнате достаточно прохладно и что на вас удобная одежда. Примите удобную позу. Вы можете сесть или лечь. Выберите ту, в которой вы не заснете, но при этом сможете расслабиться и сосредоточиться. Начните с дыхательной практики. Сделайте несколько глубоких и медленных вдохов и выдохов, чтобы успокоить свое тело и избавиться от напряжения. Сосредоточьтесь на дыхании. Не обращайте внимания на другие мысли и ощущения. Сделайте глубокий вдох, чувствуя, как воздух проходит через ваши легкие, через ваши дыхательные пути. Ощутите его. И сделайте медленный выдох, ощущая, как воздух покидает ваше тело. Сосредоточьтесь на своем теле и на процессе дыхания. И еще раз глубокий вдох и выдох. Продолжайте дышать таким образом, концентрируясь на дыхании. Представьте что-то, что вызовет в вас успокоение. Что вас умиротворяет? Это могут быть летящие по небу облака. Это могут быть волны на морском пляже. Это может быть колышащаяся от ветра трава на лугу. А может быть, это просто ощущение тихого спокойствия в светлом лесу. Выберите один из этих образов и сосредоточьтесь на нем. Продолжайте дышать медленно и глубоко, сосредотачиваясь и на вашем дыхании, ощущая его, и представляя, что вы находитесь в том месте, и мимо вас проплывают облака, а рядом с вами течет вода, или представьте любой другой, успокаивающий лично вас образ. Теперь немного сместите фокус внимания на ваши руки и ноги. Попробуйте ощутить, как ваше тело наполняется тяжестью, как оно расслабляется. Ощутите вес ваших рук и ног. Если вы ощущаете какое-то напряжение или боль, то просто сосредоточьтесь на этом месте и постарайтесь расслабить его. Уделите этому некоторое время, продолжая дышать. Теперь, когда вы чувствуете себя немного лучше, ощутите, как снизу вас наполняет энергия Земли. Если вы лежите, то вся поверхность вашего тела, направленная вниз, наполняется медленной, тягучей, вибрирующей энергией, очень приятной и спокойной, которая заполняет снизу все ваше тело, делает его тяжелым и расслабленным. Если вы сидите, то она поступает через ступни ног,
и медленно поднимается вверх, обволакивая все ваше тело. И расслабляя его. Когда вы вдыхаете, энергия Земли поднимается еще чуть выше. Когда вы выдыхаете, она остается на том же уровне. Когда энергия Земли заполнит вас целиком, вы ощутите приятное умиротворение, приятную тяжесть и расслабленность во всем теле. Все ваши мышцы расслаблены, все ваши проблемы отошли на второй план, вы ощущаете себя спокойно и умиротворенно. Вы можете сохранить образ, успокаивающий вас в вашей голове, и продолжать дышать таким образом, чтобы энергия Земли продолжала медленно и спокойно наполнять ваше тело. Это можно продолжать в течение нескольких минут или даже десятков минут после того, как данное видео закончится. Я рекомендую использовать данную короткую медитацию каждый раз, когда вы ощущаете стресс или напряжение, с которым вам тяжело справиться. Ее можно провести даже на рабочем месте, просто на время закрыв глаза. Со стороны это будет выглядеть, как будто вы дремлете. Благодарю за внимание. Если вы хотите большего, вступайте в школу практической светлой магии. До встречи!